Если вы столкнулись с некачественным обслуживанием в том или ином заведении или организации, рассказать об этом вы можете на NUR24. Положительные впечатления тоже приветствуются. Давайте узнаем, какие отзывы накопились на нашем сайте за неделю. Смотрим. Место очень понравилось. Просторный фитнес-клуб с множествами помещений. Ходили впервые на растяжку, советую. Результат уже после первого занятия. Заказали на днях сет фудзияме. Было съедобно, но животы крутило у всех. На перегонки бегали в туалет, спасибо, не советую. Выброс денег. Сегодня решили с товарищем поужинать в Гринда. Лучше бы мы прошли мимо. Решили заказать стейки из мраморной говядины. Мне принесли заказ. Кстати, забегу вперед. 3 балла только за отличное обслуживание официантки, а так 2 с плюсом не более. Кухня здесь. Да просто слов нет, ужасно. И тут принесли мой стейк стоимостью почти 4500 рублей, думал себя побаловать в честь праздника, побаловал, блин. Стейк же оказался жестковатый, да еще и снижающейся прожилкой, на что менеджер заявил, что это зависит от мраморности мяса. Где вообще таких грамотных менеджеров набирают? Он был вежлив, но нес ахинею. Мраморная говядина априори не может быть жесткой, у нее прослойки жира, они же должны быть. Но это еще не все сюрпризы. К стейку заказал овощи гриль, соленые были безумно, на что менеджер только жал плечами. Не вернул заказ, только потому, что был очень голоден, да и настроение было хорошее до прихода в Гринда. В общем, если хотите дешевой невкусной еды за огромные деньги, то вам сюда, если вы себя уважаете, то лучше забыть данное сомнительное заведение. Вкусно всегда. Ходим всей семьей, едим и в кафе, берем домой. Плов и лагман просто супер. Есть даже небольшой уголок с игрушками для детей. Радует большой выбор продуктов, но то, как выглядит магазин внутри, потрескавшаяся плитка, сломанные ящики. Ощущение, будто ты пришел не в магазин, а на какой-то склад, где бегают мыши и крысы. Приятного мало. Уютное место и кофе всегда вкусный. Беру только там и находится прямо близко, прямо в моем доме. Если вы не нашли место по душе с хорошим бариста, то вам определенно надо посетить его. Наш дом обслуживает Уренгой жилсервис. Не слышал ни про одну управляющую компанию столько положительных отзывов. Да, есть недобросовестные водители, которые не убирают свои машины, и из-за этого возникают проблемы с очисткой, но они очень стараются и делают все по максимуму. Я доволен,